Так, Венера. Венера 11 мая 2020 год, Харьков, 20:13 по Киеву. Большой сюрприз меня ждал, это второй дубль. Первый дубль я делал при незашедшем солнце. То есть, как выяснилось, Венеру лучше снимать днем. При дневном свете, на светлом небе. Фраза, которая еще утром сегодня звучала бы для меня как бред, теперь будет руководством к действию. Я натурально снимал в одном дубле и солнце, и не сходя с того же места Венеру. И не было вот этого сияния засвета вокруг серпа Венеры. Удивительно, удивительно. Совершенно случайно я вышел раньше сумерек поснимать. Ну, видно, что и сейчас еще не темно далеко. И внезапно увидел, глядя на заходящее солнце, обратил внимание на место, где должна быть Венера, и увидел ее там, где она и должна быть. Единственное, что меня удивило, так это то, что в лучах солнца ее можно разглядеть. В общем, первую дублю можно посмотреть. Там натурально получше будет. На фоне более ясного неба, менее контрастное сияние Венеры. Меньше контрастности, меньше сияния. Перебор 54 миллиона километра до Венеры. О, вот это оно. Все ближе и ближе она становится к Земле по орбите, и все меньше и меньше ее этот серпик. И опять же я повторяю, хорошо сейчас видно на фоне чистого неба, что никакая это не звезда, что это частично освещенная планета. При нормальных настройках фотоаппарата выглядит она ровно так же, как Луна. Так. О. Это что? Красавица. Да, вот на фоне черного неба это сплошная сияющая блямба. Конечно, никаких там не видно серпиков и планет. Она фантазировать себе можно. Хоть инопланетян. И что Старлинки оттуда вылетают. Так. Ладно, сейчас поспоминаю, попробую, когда же у нас Луна выходит. Ладно, не откажу себе в удовольствии еще раз навестись, потом отключусь до следующего дубля. Может быть, уже с Луной. Сейчас с диском резкости поиграюсь. Сделаю
звезду смерти. Так, еще раз. 20.18 по Киеву, 11 мая 2020 год, Харьков. 50-я параллель северной широты. Съемки фотоаппаратом Nikon Coolpix 5000. Безо всяких приспособ, кроме обычного штатива фотоаппарата.